Здравствуйте, уважаемые друзья! Как вам хорошо известно, Организационный комитет по созданию оппозиционной партии «Алга Казахстан» сдал Минюст документы по регистрации партии с уведомлением о намерении создать партию. Для этого мы тщательно собрали список членов инициативной группы в количестве 1584 человека, внимательно все проверили, перепроверили и таким образом, почистив, сдали. Но нас ждало разочарование. Минюст отворот, поворот дал нам. Они просто-напросто не приняли наши документы. И отсюда мы делаем вывод, совершенно обоснованный вывод, что просто-напросто нынешний режим в лице Минюста решил нас не пропускать, не регистрировать нашу партию «Алга Казахстан». Однако, конечно, мы с этим абсолютно не согласны, и мы будем повторно сдавать еще дополнительно список инициативной группы. Нам потребуются финансы. Поэтому я призываю вас продолжить сбор средств для нашей деятельности, финансировать нашу деятельность по созданию партии «Алга Казахстан». Мы уверены, что вместе мы с вами добьемся успеха, что мы сможем создать нашу партию, она будет работать, мы войдем в парламент и таким образом получим возможность реализовывать наши цели и задачи уже официально на уровне зарегистрированной партии.